Так, герои, темная мессия, прохождение на хардкоре, за что, сейчас посмотрим. Думаю, за разбойника пройду, так мне больше всего нравится, потому что последний раз я проходил каким-то другим классом. Являюсь любителем большим героев 5, хорошо знаком со вселенной Асхана, играю и в темную мессию не первый раз, само собой, да, далеко не первый. Я видел за рендер, я сейчас даже смотрел стрим Тимми, где Свезекс там разговаривает с ним. Но у него, правда, есть запасной на 5000. Типа, Учитель Фенрик, это неплохо. где вы? Я здесь, Сарев. Слушай, в соседнем зале на алтаре лежит сфера. Она Ну так нужна, тоже чтобы можно. добраться до кристалла Шантири. Мой голос Так. укажет тебе путь. Иди Мышка. без страха. Я слежу за тобой. Можно чуть поменьше. Чуть-чуть. Пойдет. Пока что неплохо. Ох, что ты багованная игра. Используй ключ, который мы нашли. Зачем с собой выключать? Опусти рычаг, и беги к дальнему выходу. Видишь, колонна держится на хлипком подходе. Судя по всему, тебе наверх. Попробуй забраться по цепи. Физические препятствия – самое простое, что встретится тебе на пути. Научись преодолевать. Используй заклинание, которому я тебя научил. Я уже. Тьма откроет тебе свои тайны. Попробуй открыть сундук. Кто знает, что окажется внутри. Руби веревку, Сара. Руби! Отмечай, думай, столкни своего врага я. Мертвецы крепко держатся за свое существование. Добей его, чтобы он уже не поднялся. Я буду подлечивать тебя. Пришло время показать, как ты запомнил мои уроки владения мечом. Погоди минуту, я открою дверь. Черная стража? Здесь? Они идут за тем, кто платит. Там, короче, есть фишка через паузу. То есть там нужно как-то прыжок таймить в паузе, и тогда ты там пролетаешь через все, что только можно. Сдается Самая мне, их главная услуги фича. Нет, куплены точнее, баг. золотом некромантов. Так значит, они тоже охотятся за кристаллом Не, Шантири. я по сюжету прохожу. Желательно убивая Столкни врагов. шанс. Будь хитрее. Черт. Не пытайся убежать. Получай. Не забывай Черт. отражать удары. Ты уже покойник. Иди сюда. Если он еще шевелится, пронзи его мечом. Иди к своему другу. А, черт, промазал. Фак, 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 фак. Черт, я помер.
Я буду подлечивать тебя. Твою мать, я промазал. Фак. Тут нельзя ошибки совершать. Будь хитрее, сэр. Пожалеешь об этом. Насади его на шипы. Покончи с ним одним махом. Защищайся, Сара. Сражай удары. Иначе тебе придется долго зализывать раны. Не забывай про шипы. Толкай его. Кстати, правила. Извлекай все возможное из окружающей установки. Если он еще шевелится. На каком уровне ты играл? Ой, смотрел. Я буду подлечивать тебя, Сара. Не с места. Черт! Сука! Не вижу лучников. Факинг твари. А, ты не видел? Пустой говоришь насчет анипперсента. Умри! Тут просто каждый враг сильнее тебя. Поэтому возиться долго. Я оставлю решетку открытой. Привет, Апскис. И Вектор Трон. Да, в Мессии плевать, на чем играешь. Тут и попробуй отточить свои навыки, а затем иди дальше. Минус башня. Это был последний вроде, да? Кстати, ну это же игра, по идее, на Твиче нет проблем, да, с этим. С отрубленными головами и так далее. Привет, Кила. Нет, не играл. Я ни одну игру из серии Souls не играл. Souls там, этот, как... Короче, от Software, вот, надо было так сказать. Брутальцы. Ну, типа того. Что теперь, учитель Фенрик? Мы закончили. Надеюсь, удача не изменит тебе и впредь. Это лишь первый шаг на долгом пути. Возьми креста. Он скоро тебе пригодится. Привет, Крэти Мауэр. Это только начало, мой мальчик. Время возвращаться домой. А мы продолжим твое. Нет, нет. Ни в коем случае не спидран. Просто играю. Традиционно перепрохожу каждый год на хардкоре. Ой, как громко-то. Что за херня? Ну ладно, может не так. Саров. О, нет, извините, слишком громко. Видимо, нельзя фиксить звук в игре на эти. Блин, слушай, тогда, наверное, звук сделаю просто тише. Там, короче, блин, на самом деле там было много событий. Фак, ну это невозможно было бы слушать. Еще альтабаться здесь нельзя, это просто ужасно. Ужасно. Это в самом начале Вектор. Но там типа на... отлично. Вау. У меня ошибка. Отлично. 10 из 10. Мухи, ну да. Мухи. Первый раз. Это какие-то осьминоги, я всегда их так называл.
Ну, блин, по-хорошему, пятые герои не закончены из-за того, что Нивал разругалась с Ubisoft, а поэтому они пошли в прошлое. И Dark Messiah это так, типа завершение, ну типа, блин, какое-то к черту завершение. Вурдалаки самые сложные, это, конечно. Потому что они пробивают блок понизу, когда бьют. И уворачиваются от пинков очень легко. Без понятия правила. Тут все ваншотят. Тут реально только черная стража вначале убивает где-то с двух ударов, а потом все ваншотят. Ну, по крайней мере, серьезные удары. Там же разного типа есть. Фак. У меня проблемы, блин. С запуском игры. What the fuck? Тогда я убрал звук самостоятельно. По идее, сейчас должно быть... Меж не... А, отлично, есть сохранение, автосохранение. Слава богу. Тогда даже можно ролик будет посмотреть. Что теперь, учитель Фенрик? Мы закончили. Надеюсь... Удача не изменит тебе и впредь. Это лишь первый шаг на долгом пути. Я убавил звук в общий. Что? Стоп, а это... А, окей, еще секундочку, простите. One second. Так, правда, не знаю, насколько нужно сильно убавить звук сейчас будет. Отписывайтесь мне по звуку. Чё как? Люблю задержку на стримах всегда. Привет, Унифан. Все отлично. Возьми креста. Он скоро тебе пригодится. Это только начало. Себе просто я звук убавил, а вам забыл. Время возвращаться. Наверное, разбойника. Через кинжалы. Пальчик. Не-не-не. Я магом, по-моему, в последний раз играл. Маг сосет. Ну ладно, на самом деле, мне не важно особо кем играть. Просто я уже играл, так что... Ну как только что, последний раз. Не вижу смысла. Так, надеюсь, теперь со звуком все будет нормально. В этом ролике. Сарев, мой да, верный ученик. Все хорошо. Твой отец с тобой бы гордился. Боже, какая здесь графика Храм была охеренная для шестого воин. Года. Сведущий в магии, ты готов к тому, что предназначено. Фотореалистичная максимально. Отправляйся ей навстречу. Путь твой ведет далеко, в чужие земли. Ты начинающим, кстати, советую играть через меч и щит. Когда щит мол не получится, совсем нормально станет. У нас с ним есть общий интерес. Да и все, огонь. Артефакт, да, так и есть. Зовется черепом теней. Увы, пока я не играл правила. Тщетны, а поиски безуспешны. Ему нужен кристалл. Кристалл Шантири, который мы нашли. Он стоит потраченных сил. Не правда ли? Все равно так проще играть с Крази Мауэр. И помоги найти чей. И щиты потом есть, тогда, которые не рушатся. Тогда ты поймешь, чего опять-таки мы щит ждем молнии. От тебя дальше. В девятой миссии, или в Кайна там, где вы в городе в финальном. Однако, мой без мальчик, типа щита молнии очень тяжело, если ты не умеешь играть. Тебе понадобится проводник. Нет, Вектор. Помощник. И, возможно, защитник. Я догадываюсь правила. Дать тебе кое-какую другую науку. Что секс? Повелитель. Две головы хорошо, а две в одной лучше. Я должна
защищать этого мальчика? Какая неожиданность правила, да? Не бойся. Больно не будет. Игра, кстати, популярна в узких кругах. На самом деле. Кстати, до сих пор ее упоминают. Меня зовут Сара. Ну да, Кразимавр, я тоже убиваю кого могу в стелсе, потом вырезаю всех уже ручками. Я предпочитаю вырезать всех. Даже когда могу пробежать, там, я предпочитаю пробежать, потом вернуться и всех вырезать. Просто потому что. Вот он, Сариф. Найс, лагаешь. Город Стоунхелм, где правит Зимний. Не знаю, типа, я что, сторон-то скачивал. Отнеси кристалл Минилагу. Как он работает, не проверял. Скорее бы, пока мне откровенно скучно. Надо вернуться в город. Там безопаснее. Чем дальше мы отъедем, тем лучше. Но там наш дом. Если мы не поторопимся, он станет нашей могилой. Армия некромантов. Некромантов? Фенрик ничего не говорил о некромантах. Учитель Фенрик не всегда говорит все, что знает. Скорее, внутри будет безопаснее. Прэшадоу. Ну, ты имеешь в виду сложность? Здесь хардкор. Ну, три головы — это сложно. Во-первых, должно быть три противника, что не часто бывает. Да, спрашиваю, Вектор. Эй, ты! Зачем ты сюда явился? Я посланник учителя Фенрига. У меня сообщение для колдуна Минилага. Ха, лорда Минилага. Чем докажешь? Скорее внутрь. Мы не очень-то доверяем чужакам. У меня есть рекомендательное письмо. Ну-ка, покажи. Охеренный город, конечно. По особому приглашению лорда Минилага. Топ стены. Добро пожаловать в Стоунхелм. Если вам угодно, можете оставить свою лошадь здесь, сэр. Конечно. Не подскажете. А, да, я же для чаек делал. Конечно, сэр. Чатик. Вверх по холму мимо золотой. Клянусь кровью дракона. Вор. Ну, правда, не буду заниматься воровством, типа взломом. Просто через два клинка буду играть. Так, я слышу донат. Мне очень тяжело, конечно, проверить. На танкисток. Сейчас, секундочку. Я догадываюсь, кто это. Но все надо проверить. К сожалению, альтабуса здесь не могу. Давай, не тупи. What the fuck? Да, это Буска. Спасибо, Буска, за донат сердечком. Конечно. Конечно. Почему-то нахер ты тихий? Потому что все тихо, Зерендер. А донаты были типа эти. Ну, они типа базовые, они довольно громкие. Ой, довольно громкие. Наоборот, довольно тихие по сравнению с тем, какой звук в игре был. Поэтому и так получилось. Так, если я чуть звука добавлю, вам не буду. Все. Здесь. Они вправду здесь. Нет, что же нам убежать? Они здесь сидят. Они здесь. Лучше спрятаться. Господи, сколько я помню, первый раз эту первую миссию перепроходил. Первый раз вообще. Бежать. Не, вряд ли правило. Я же играю. Сегодня меня целый день почти дома не было. Чего ты ждешь, солдат? Шевелись. Гоу. Так, слышу еще донат. Вторая часть за последний заказ. Хм. Так. Crazy Mavar, вторая часть за последний заказ. А, да, я понял. Да-да-да, ты говорил, что докинешь позже. Угу. Не могу найти. Так, проще так сделать. Да, вот. Все, отлично. Спасибо.
Донат нельзя громче сделать. Типа теоретически можно, но это запарно. Там надо же каждый выкручивать отдельно в Donation Alerts. Потом это все обратно перекручивать. Не, короче, это слишком натянуто. Не стоит тратить одного, как сказать, стрима, да? Потому что завтра мне уже придется все заново назад возвращать. Да, секаев очень много. Так и есть. Не толкайся, гребаный солдат! Кстати, тут Ctrl-S или F5 сохранение, я уже не помню. Или тут нет быстрого сохранения. Я уже не помню, здесь быстрое сохранение делать, черт. По-любому есть. Всегда в таких играх есть. Быстрое сохранение. Ло, почему F6, F5? Всегда F5 должно быть. Что там? Только не вором, Алиан, слишком умба. Да тут нет имп. То есть ты всеми будешь сосать, если не умеешь играть. И всеми сможешь более-менее сражаться, если умеешь играть. Я считаю, что типа за меч и щит самое простое играть. Потому что щит молнии не контрится. Ну, он даже с... Короче, вурдалаков начинаешь сливать очень легко. Так. Ох, сейчас будет ебаный прыжок, который я могу зафейлить. Я его постоянно фейлю. Вот, сохраниться не забыть. Съебись нахуй. А, я застрял. Ползи. А, минус я. Фак, ненавижу этот момент. Он лаганный, твою мать. Веревка иногда не раскачивается. Нани? Что это значит? А, отлично, окей. Так, ну здесь я немного считерю, потому что я знаю, что нужно делать. И сразу дальше побегу, извините. Только пропусти его вперед, пожалуйста. Там вообще-то, по идее, вердолаки должны были вылезти и сожрать того парня, но я его это... можно сказать, засейвил. Ладно, убью сначала этого хера. Потом уже с дальнейшими буду разбираться. А вот идиот. Давай же, Сарев, продолжай стрелять. Сейчас или никогда. Ты должен убить его. Еее, первая миссия пройдена. Ты справился. Жаль, я не могу тебя обнять. Я играл в прошлый раз Shadow. Не хочу повторяться. Пулемет. Это он еще, блин, будет потом миссия, где понадобится опять баллисты. Так, ну все, тихомерно мы победили. Ее. Они отступают. Да, все да. Стихло. На время. Нать, можете записку почитать. Да, отлично. Никто, наверное, ничего не видит, потому что игра мешает. Так, ну ладно, так как-то так. А, ну, в первую очередь... Человек опытный, знаю, что надо качать. Так, на троечку именно... Да, на тройку норм. Это не скилл Shadow, это когда враг начинает от тебя убегать. Человеческая самка. Там оружие света. В
Потому что пауки — это гребаная херня, которой все боятся. А, что бы вкачать? Так. Ладно, я там меч, ну, кинжалы подберу секретные, а то я не помню уже, что там для них надо. Скрытность, наверное. Неплохо, дружище, у тебя есть сноровка. Еще что-нибудь скажешь? Пусть только сунутся, мы дадим им отпор. Да-да, окей, я понял. Пойду дальше. Ну, есть подсказка о том, как его контрить надо. Только проблема в том, что заклинания молнии довольно-таки дорогие и не сразу берутся. Ходишь с пальцем почти все время. Да, как-то так. Что-нибудь скажешь? Ты неплохо держался в бою. Не хочешь присоединиться к нам за кружкой пива в золотой заклепке? Нет, наверное, апскиски. Я не буду все секретки оббегать. Возьму только то, что помню, то, что нужно. Я ненавижу, ну, я не то, что у меня есть арахноноба, но я не люблю пауков, совсем не люблю. Потом на пятую, на четвертую у меня будет магия. Скорее всего, 12 вектор. Ну, кстати, это довольно редкий представитель жанра, когда полтела есть. Так, все, я прогрузился. Прости, мне некогда разговаривать. Окей, no problem. Так, лук мне сейчас, наверное, нужен. Нужно заполнить все баки, некроманты могут вернуться. А, ты имеешь в виду, это на торрентах есть изначально, там уже полупочиненное все. Так, здесь кинжалы вроде, да, здесь кинжалы. Не, меч мне не нужен, в принципе. Лук пускай на шестерке стоит. Да, тут нельзя на своих нападать. Если им это удастся, мы в ловушке. Упыри плавать не умеют. Так. Придет нам на помощь в следующий раз. Было бы неплохо. Смотри под ноги. Они пытались изгрузить скелетов. Что получилось? Большая часть... Так, все, больше ничего не это. Последний раз повторяю. Здесь нет никаких некромантов. Так они и тебя обвели вокруг. Так, мне нужно за ножами сходить. Главное, на Лилину не наткнуться. Вот она стоит, блин. Да, блин, сваливай отсюда. Знаешь пословицу? О богатстве судят по размеру входной двери. Сразу видно, где дом Минилага. Да, проклятый хер. Уйди от меня. Так. Зелье полного исцеления. Так, сейчас бы вспомнить еще, где ножи находятся. Эри? Ладно, окей. А, точно. Так, чуть не упал. А, похер, упал и упал. Надеюсь, он успел спрятаться за стенами. Блин, диалог. Ну ладно, все, диалога нет. Ох, так. Подумаешь, слегка задел огненным шаром. Это я золотаю.
Так, мне еще надо сходить к стражникам в дом. У них там много чего по хавке есть. Надо смыть кровь! Смыть кровь! Смыть кровь! Оставь ее в покое, Сарыф. Нам до нее нет дела. Так. Так, коробка. Так, еду тоже надо поставить куда-нибудь. Так, пускай будет. Ну, вообще, заклинание огненный шар в этой игре довольно сильное. Типа, здесь есть огненный палец, который плюется мини-шариками. Он, типа, базовый слабый. Блин, кстати, я помню, туда можно вот отсюда запрыгнуть, но это довольно запарно, и там вроде посох лежит, но он мне нахер не нужен. Чё тебе надо? Они говорили, не волнуйтесь, говорили, некроманты еще далеко. Фу. Так. Твою мать, я вернулся в начало. Ха, черт. Так, где же тот дом? Так, во-первых, в подвал надо спуститься. Кажется, здесь можно купить не только Эль. Ну кого на кухне? Да-да, я вспомнил. Видно, от местного Эля в глазах троица. Все, всю хавку забрал, окей. С хавкой все. Кстати, я смотрел у папича темного миссию, довольно забавно. Но он не всего, по-моему, по крайней мере, я видел не всего. Я в записях смотрел. Твою мать. Черт, я реально не помню уже. Без кинжалов идти это зашквар. Черт, могу дом найти. Здесь я был. Ха, ты был рядом с ним. Да я верю. Я всегда такая херня. Пробегаешь, блин, по 100 раз. Да твою мать, я опять начало вернулся. Всегда меня смущает закрытая дверь. Кто их вообще закрывает? Так, ладно, спокойно пробегусь просто кругом, чтобы ничего не пропустить. Ёба! А, вот она. Оно же, да? Да, твою мать, я наконец-таки его нашел. Только я не помню, здесь ли кинжалы? А, да, я уже все собрал. Всю хавку. Так. Так, там ловушка, по-моему. У меня стрел нету. Ладно, похер, наверное, выживу. Или нет здесь ловушки, я уже не помню. А, походу нет ловушки. Ха. Так, нужна скрытность 2 уровня. Значит, качаем бдительность и выходим в скрытность. Кошачье зрение, или как оно тут называется? Кошачий глаз. Так. Да я не помню, тут много где ловушек.
У сундуков есть в таких местах. Свитки, которыми я никогда не пользуюсь. Они всегда у меня есть, я их оставляю на более важный случай, и он никогда не наступает. Да, не одобряют. Так, все, кинжал я забрал, посох мне нахер не нужен. Все, пойду по сюжету. И так долго бегал здесь. Простите. Здорово. А, должно быть, вы и есть посланник. Вот и наш гость. Прощайте, Гарт. Ну, ладно. Я прибыл к лорду Минилагу по поручению учителя Фенрига. Вы, должно быть, Сарев? Я очень волновалась за вас. Возможно, напрасно. Дядя сказал, вы помогли убить циклопа. А, простите, я Линна, ученица и племянница Минилага. Ученица? Племянница? Дядя будет вам очень рад. Не хотите привести себя в порядок перед обедом? Ступайте за мной. Блин, интересно, как он вообще Лину нашел? С удовольствием. В смысле, конечно. Я про Минилага, если что. Стража! Откройте ворота! Слушаюсь, миледи. Знаете, мы в вашу честь приготовили пир. Вот ее. В дом Минилага. Она из потомков семьи Сокола. Последняя. Так значит, ты Сарев. Рад встрече, юноша. Город осадили некроманты. Эй, осторожней. Я уже начал за тебя волноваться. Нет, Кила. Полагаю, ты принес кристалл Шантири? Ну, конечно. Хорошо. У меня он будет в сохранности. Завтра мы отправимся, аккуратней с этим супом, к острову храма, месту, где покоится череп теней. Пусть себе Арантир штурмует наши стены. Скоро мы покончим с ним. Арантир не так уж прост. Ходят слухи, что он и есть темный мессия. Чушь и бред, девочка моя. Всем нам известно, что это не так. Но время, указанное в пророчестве... Оставь заботу о ветхих пророчествах мне. Ты же займись экспедицией. Ты за нее отвечаешь. Конечно, дядя. Спокойной ночи. И вам тоже, Сарев. Клянусь вратами Шеога. Как это мило и трогательно. Странно, вперед, вот конечно. Шео. Я знаю, зачем ты здесь на самом деле. Но Линни это неведомо. Дела Фенрига ее не касаются. Договорились? О чем это вы? Возможно, и ты об этом не знаешь. Но так даже к лучшему. Слуги проведут тебя в дом для гостей. Выспись хорошенько. Мы отплываем с утренним приливом. Кстати, сегодня насчет... Сэр, ладно, проснитесь. Потом. Нас обняк напали. Некроманты разберусь с бомжами. Повсюду. Я проверю, как там хозяин. Спрячьтесь. Выхода нет. Ой, съебись, блин, ты сейчас сдохнешь, дал на кусок. Пшел нахер. Эти ублюдки не сдыхают с одного добивания на хардкоре. Держу в курсе. И со второго не сдох. С третьего только капец. Жирные ублюдки. Так, ну еда у меня в принципе готова. Тебе повезло, чувак, я тебя спас. Да, так вот, насчет ужина. Типа, мне нужно его будет готовить, и... Как, что думаете? То есть... это, наверное, займет полчаса где-то. Мне проще оффнуть стрим, наверное. И сам процесс поедания. Вам как? Типа, я могу, конечно, и на стриме поесть. Там, вебку условно отключить. И все. Или просто нормально поесть, а потом уже вернуться.
Ну, поесть, конечно, я не буду, наверное, играть, тогда что-нибудь надо глянуть. Правда, опять-таки, без вебки, значит, не что-то из ангоингов заказанных уже. Окей, тогда подумайте, чем занять обеденный ужин, точнее, ужинноческий перерывчик. Потому что, опять-таки, из списка что-то смотреть не хочу, потому что... Ну, я, типа, буду, наверное, не так внимателен. Все-таки я буду, типа, есть и все такое. И вообще, это на запись как-то не очень хочется. Лучше что-то то, что либо я смотрел, что-то там комедийное, там, фонтан какой-нибудь или еще что-то там вроде. Или видосики, да, может быть, какие-то будут. Так, ладно. Но у нас сейчас эти дауны попрут в большом количестве. Run away! На нахер. Лол, со спины. Как ты зашел со спины, ублюдок, мать твою. Оули, щит, повезло, второй в костер угодил. Так, это, по-моему, не все. Их, по-моему, больше должно быть. Да, вот еще один. Иди сюда. Челек. Так. Там еще один даун, еще вижу. Че это такое? Не, вряд ли. Я же не играю в игру From Software. Да и к тому же, вряд ли он у меня нормально пойдет. Так, ну там типа можно, конечно, здесь есть баг с бочкой. Вот здесь вот. Можно себя вытолкнуть прям сюда. Но я же играю нормально. Нет, в готику я не играл. Я был слишком молод тогда. У меня компьютера не было, точнее. Ну, комби собираюсь сделать через пару лет. Деньги тоже нужно накопить. Так, слышу донат. Что насчет подобного? Угу. Просто предложение. Ссылка удалена. Спасибо, Крайзи Мавр, за донат сердечком. Что-то там скинул. Гигук, ностальгия. А, Гигук, я уже по привычке уже вижу. Джошизу, последняя фантазия. А это случайно не про... Это же, это ж, по-моему, фильм этот, который
по Final Fantasy, да, который оригинальный. Я его не смотрел, если это он. 2001 года. Типа, там, наверное, спойлеры будут. Не хочу себя спойлерить. Привет, Торкве. В принципе, идея-то хорошая была бы, если бы я фильм смотрел оригинальный. Когда ты его собрался смотреть? Не знаю, Торкве, может никогда, но просто из-за того, что я его не смотрел, не хочу обзор смотреть. Если призраки внутри, то оно того не стоит. Не знаю, мой друг говорил, что хороший, ему типа понравилось. Я Матрицу только первую смотрел по телеку. Ну, в принципе, ее и можно глянуть. Он не фан что-то кинул. Ссылка удалена. Можно закинуть сеть. Dreamworld. Так, это что ж такое Dreamworld? А, ну это просто видос. Это можно будет глянуть. Хорошо, не фан, спасибо. Ну, в любом случае, это еще там через час будет где-нибудь. И в любом случае, я когда пойду есть... Ой, готовить еду... Я, наверное, оффну стрим, или полчаса музыки вас задолбает, наверное. Можешь оставить. Ну, смотрите. Окей. Окей. Рейлган будешь читать, ну окей. Это хорошее дело, Рейлган, это хорошо. Так, звук выключить. Так, все, go дальше. Кстати, насчет go... Не, окей, давайте go дальше еще. Хотя бы до подвала дойду, там, наверное, сделаю паузу, точнее, запись остановлю. Ну, hello. Все отлично. Что это? Не с места. Ой, я оружие за... убрал. Найс. Блин, ненавижу этот звук вурдалаков, он меня всегда так пугает, потому что эти чуваки сами все страшные до жути. С ним из-за этого ассоциации очень плохие всегда. Так, я забыл, как шагом ходить. А, альт. По-моему, правда, сейчас нельзя. Что? Кажется, я что-то спереди. Ну так. Я хотел проверить, могу ли я уже не помню. Надо чуть прокачать сначала. Ты что, сдох? Так как ты меня увидел, блин, я был максимально в скрытности практически. Гомер ранил. Гореть в аду будешь за это. Так, надо прекращать пропускать удары. Здесь это можно, а вот на острове с орками нельзя. Там ты сразу умрешь. На нахер. Не, нормально, просто у меня скрытность не прокачана. Кстати, я могу прокачать. Хотя бы смягчать звук шагов. Меня слышно было охереть как. Так, ладно, гол дальше.
помню, здесь еще нибудь. Не, нет, походу. Так, ну ищи. Нам нужно попасть внутрь и найти кристалл. Ну вот я и дошел. Можно здесь паузу. Точнее, закончить эту запись. Так. Что ж, да, это как я и сделал. Смотрели, спасибо, что посмотрели. Скоро вторая часть.